Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня снова влог, так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Мои розочки зацвели. Красавица, вон желтая какая. Видите, какая красивая стала. Самая красивая у меня. Такая тоже малышка зацвела. Видите, какая. А вот это вот я так и не успела заснять. У нее цветы. Видите, как пионы, но это роза. Сейчас вот они уже опадают. Сейчас я их буду срезать. Вот эти вот. И вот такая красная у меня тоже зацвела. Это красная, вот смотрите, какая красота. У меня сколько еще бутончиков. Тоже те, которые же отцветают, буду обрезать. Мама, мы взяли машину, чтобы кататься. Угу. Давай, давай. Я сзади буду вытаскивать. А чего вы ее не зарядите? А ты не помнишь, салат разный был, Антон купил? Разный. Разный? Вот прямо, держи прямо. Он отличается вот от этого, да? Ну да. Я могу сюда сесть и вот так вот отталкиваться. Угу. Сделаю. Пока нету дождя, вышли все в огород поработать, да? А вон тучи какие-то, сегодня грозу обещали опять. Да, вон. Сейчас. Смотри, что у меня. Ты посмотри, что у меня делается, Наташа. Ты посмотри. А знаешь, что я слышу? Хочу Антона попросить. Знаешь, обочу. А что? Это из-за дождя куст развалился? Ягод много. Смотри, сколько. Смотри, какие крупные. Смотри, какие крупные. Вон они. Все, вон. Какая-то гадость опять напала. Паразиты. Мама, я ей поставлю ягодки. Вкусная ягодка? Да. Надо собирать ягодки, да? Да. И кушать. Пока их нельзя кушать, да. Почему нельзя? Можно. Можно. Красные можно кушать, зеленые нельзя. Ясные. Ячек ясен не можно, ячек зеленый нельзя. Да. Потому что все зеленые коснеют. Красные все, а коснеют. Да. Попадай. Вон. Что вы скажете по поводу моих посевов? Ой, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да. Все. Теперь надо все рассаживать. Да. Да. Рассаживать только некуда. Ты понимаешь? Угу. Не, может так не надо. Зато все зашло. Ну пошло, да. А теперь что делать? Теперь? А теперь есть все это. Ага, в таком мини-мини. Мини-мини? Ну да. Видишь, что получается? Уже не знаешь. Трава больше эти. Все, трава пошла. Видишь, ну, уже дожди, все вылезло. Так а теперь видишь, у нас же, видишь, я посмотрела по прогнозу. У нас опять тепло, 20. Ну, в Питерске. Нет, жару тоже интересно. Все, выгнал нас дождичек. Опять в Питере дожди. Так что пойдем домой, будем обедать и банькать. Детки прячутся. Не хотят нам домой идти. Доела уже дома сидеть. Вот такой мама вам клубничка собрала, да? Да. Ну, кто будет лопать? Ну так давай, оторвись от телефона. Я тоже.
Вон, смотри, Лёва, какая ягода. Большая. Еще не большая. Еще большая, да. На. Оторвись от телефона. Обгрызена. Обгрызена? Да. Вот, наверное, я собирала, немножко помяла. Вон, возьми вот эту. Тоже большая. Вкусно вам? Угу. Ты все полностью, что ли, запихнул? Что? Не очень, конечно, много, но для питерской погоды суп. Да? Да! Да. Мы поспали, наступило солнышко, решили снова выйти. И мои детки сделали чучело, чтобы вороны не кушали их ягодки. Сейчас я вам их покажу. Вот такое одно чучело сделали. Тут вот клубника, которую я сейчас пропалывала. Вот. И вон там вот второе. Сейчас покажу поближе. Вот видите, чтобы вороны не кушали клубничку. Это действительно, мама, у нас очень много ворон и очень много кушают они этих ягод. Ну, то есть поклеванные ягоды, очень много их. Поэтому они решили сделать вот такие чучела. Ты у мамы помощник? Ну давай, пылесось. Это моя умница. Не поди. Бери тапки, он говорит. Мой помощник сладкий, да? Да. Да. Сегодня снова мы будем готовить рыбу. Называется эта рыба «Подбираем остаточки». Да. У меня остался томат и старая морковочка. Вот такое количество. Вот. Я решила сделать самое простое блюдо с рыбкой. У меня имеется минтай. Я его заранее почистила. Две луковицы, которые тоже нашла остатки. Морковка, томат, уксус. Ну, соль, сахар, это я уже потом покажу. Сейчас нарезаем морковку. Самое долгое. Нарезаем мы их пластиночками. Вот. Нарезаем лук. Лук нарезаем обыкновенно крошкой. Не мелкой, а такой. Теперь нарезаем рыбу. Рыбу, вот, это минтай. Народная советская рыба. Вот, нарезаем где-то вот такими кусочками. Так можно оставить. Сегодня у нас только рыжик. Рыбу-то отрежешь ему? Будешь? Да, он не ест рыбу. Да. Будешь? Будешь?
Теперь будем укладывать все в кастрюльку. Вот у меня такая казаночек, который люблю я. Очень удобнее. Значит, на дно кладу масло. Теперь будем слоями укладывать. Морковка. Я на дно. Если пригорит, ничего страшного. Опа. Звонкая. Рыбка. Морковку можно поменьше, можно побольше. Кто как любит. Мы любим побольше. Теперь делаем соус. У нас есть томатная паста. Угу. Кубаночка. Достатка. Вот, чтобы она шубкой не накрылась, приходится ее полностью использовать. Вот. Выкладываю все это сюда. И делаем соус томатный. Это сук, соль, сахар. И водичка. Вот так вот. Густовато получается. Сейчас еще будем добавлять. На 1:3 воды получится. Так. Вот. Теперь добавляем соль. Все надо будет пробовать, поэтому сперва на глаз. Сахар. Чуть-чуть еще. А какой должен быть вкус? Кисло-сладкий. Сейчас добавлять. Так, начнем со столовой ложки. Дальше. Теперь добавляем еще черный перец. Молотый, да. Какой звон? Теперь добавляем специи. Я не знаю, что это за специи. Это привезли с Анапы. Была красивая такая емкость, красиво уложена, там перчик и вот так вот разноцветные всякие специи. Ну, я все смешала и даже не знаю, что это. Ну, вкусно пахнет. Вот так вот. Пол чайной ложки. Столовой, вернее. Теперь кладем перец горошком. Сколько? Ну, вот так вот. Угу. Один. Так вот. Теперь все это заливаем вот этим соусом сделанным. Так. Рыба должна быть накрыта, если покрыта вот этим соусом. Если не хватает, например, вот. Вот сейчас пока оставляем. Если вот это можно просто добавить водичку. Угу. Все. Теперь мы это всю красоту ставим на огонь и тушим где-то часа полтора. Она дотушится до такой степени, что угу. Косточки прямо мягенькие, прямо вот вместе с мясом. Угу. Такие вот. Вот все. Сейчас уже вечер, так что на сегодня буду заканчивать свой влог. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую и до новых встреч!